Всем привет! С вами канал Артмания. Зима сегодня у нас на такой колясочке, потому что идет в бэби-клуб. Да? Зима. А там в бэби-клубе нету парковки. Вернее, она есть на улице. На улице оставляешь якобы коляску, заходишь, берешь замок, потом возвращаешься и ее там прикрепляешь. За то время, пока ты там ходишь и ждешь замка, я побоялась, что ее просто украдут. Поэтому мы едем на этой, да? Дима. Дима, ты что такой недовольный? На улице оказалось жарко. Смотрела погоду 17, а днем 21. А у нас сегодня утро еще. Оказалось очень-очень жарко, а мы в такой куртке. Да? Выглянула на улицу, все ходят в куртках. Ну и мы одели куртку, да? А на улице жарище. Сзади вон. Памятник закрытый. Мы здесь были зимой, кстати. Цветочки. Жарко тебе? Я надеюсь, ты не спотеешь? Не спотеешь, я надеюсь? Потому что, честно говоря, я уже спотела. Да? Дима. Прям по-летнему жарко. Ёлочки такие. И батарейка у меня уже садится. Как красиво. Здесь плакучая ива. Рядом с ней раньше был фонтан. Ну, когда-то давно, наверное, в 90-е годы он последний раз работал. В прошлом году все фонтаны ремонтировали, но этот не стали. Здесь у нас находится, кстати, архив. Вот, нас как-то не в детстве, а в колледже, что ли, я сейчас не помню. Наверное, в колледже, да, водили туда. Там много-много разных бумажек. Они бумаги такие потрепанные уже, желтые такие. Здесь тоже красиво. Блин, реально прям жарище такая. 15. 15-21 было написано. Что вроде как сейчас 15, а днем 21. Я подумала, ну днем это попозже, наверное. А время-то уже и так много. Хотя все дети тоже в курточках. Вон там, кстати, у нас детский дом находится для маленьких малышек. Ну, вроде бы как. Кстати, хотя я его искала по Дубльгиз, мне не вышло то, что это детский дом. Вышли какие-то другие детские дома. А конкретно я находила... Потом. Так, сейчас я вернем. Потом находила я его, там был написан детский дом. Там даже разрисовано все так. Блин, неудобно, короче, с этой коляской. Ее приходится поворачивать. И цветочки тоже. Ну, аренда, офисы. Там сейчас не знаю, как мы будем спускаться. Должно быть какие-то ступеньки, насколько я помню. Не знаю, в эти шпалы мы влезем или нет с этой коляской. Ну, короче, у нас еще, знаете, полтора часа практически. Мы вышли заранее пройти, чтобы не спеша, а понять от дома до туда, во сколько времени нам будет хватать. Зайти не спеша, вот так же вот с камерой, снимая. Останавливаясь где-то, чтобы мне не торопить, потому что я не люблю торопиться. Хороший вид. Мы вышли из дома ровно в 10. Здесь мы оказались 10:15 прогулочным шагом. Да. Тебя немножко расстегнула мама, да? Посмотрела другие дети, тоже в таких же куртках. Ну вот почему-то детям нормально, а вот Диме жарко. Да? Че тебе жарко так, а? Почему у тебя руки такие? А вот сейчас нормальные руки. А до этого, когда был застегнут, прям горячие были. А вчера мы с тобой вышли, ты в кофте замерз. Тебя как понимать-то, Дим? Ай? Ребенок. Тебя как понимать? Их ты. Сап?
все идем. Здесь вот такая красота. Там вот цветочки есть. Сейчас мы до них дойдем с вами. Вот они, наши цветочки. Розовенькие. Посмотрите, какие красивые. Вот так классно находится. Да? Дима, сбили, скажи, наши планы на самом деле. Мы хотели еще сегодня погулять с той коляской. Если бы пошли, а с этой мне очень-очень неудобно. Да? То есть все-таки удобнее, ребенку удобнее. Он, смотрите, вообще даже не поместился. Посмотрим сегодня, как там, будет ли там вообще место. Смогу ли я эту коляску впихнуть внутрь, я ее сложу. Она, в принципе, мало места занимает. Вот, потому что на улице та коляска дорогая, и будет обидно, если на улице у той коляски снимут что-нибудь. Бампер там или колесо, колеса. Да? Будем смотреть. Обидно будет, конечно. Как мы потом домой вернемся? Скажи, как? Да, сына? Так. Шлагбаум. Это шлагбаум. Закрылся. Okay? Дима? Да что? Там трактор. Трактор там. И посмотрите, трактор забыл свой ковш. Посередине поля лежит ковшик его. Да? Трактор его забыл. Вау, какой трактор. Да, Дим? Какой трактор. Все. Трактор там, да? Трактор что-то грузит. Ковшик свой снял, трактор, и грузит, да? Да. Да, какой большой. Видишь, какие колеса у трактора? Да? Колеса большие у трактора? Большие. Трактор сильный какой, да? Ой, сейчас он сюда приходит. Такой вот сквер. Смотрите, какая травка. Видно, что полосочками такими прям высажена. Обычно не видно. А тут прям видно, как будто на коляске проезжали. С такими прям явными колесами. Здесь лавочки какие прикольные. Деревянные. Классные. Я помню, когда-то очень давно на набережной делали лавочки пластмассовые. И целый день она накаляется, на нее садишься и прям обжигаешься, как вишенка на сковородке. Все очень красиво, но много детей. Ну, как бы дети есть там. Чуть-чуть поснимаю. Вот дошли мы за 40 минут с остановками, со съемками. Ну, где-то вот за 40 минут, за час, наверное, можно выходить. Ну, где-то, я думаю, за час, потому что где-то светофор нам улыбнулся. Вот, мы нигде не стояли почти на светофоре. Вот, а там, кстати, вот елочки идут с той стороны. Красиво очень сделали. Все лето, кстати, этот сквер делали. Раньше здесь просто была обычная трава затоптанная, грязь. Лавочек толком не было. А тут теперь появилась лавочка. Можно посидеть, прийти, погулять. Цветочки. Там мы шли, кусты вообще сажали. Будем ждать, у нас еще где-то час остался, наверное, чуть меньше. Как вкусно! Расскажи, Дим, как ты сегодня был? Сходил в бэби-клуб. Сегодня, кстати, я вам сделаю шарлотку, на нее будет отдельный ролик. Берем вот это. Понравилось! Диме так понравилось бэби-клуб, да? Так хорошо относится к детям. Мы зашли, пока я там коляску ставила, его уже раздели. Переоделись мы, да? Там был такой классный бассейн из
из шариков. Дима прям бесился. Там было 3 человека, 3 ребенка, да? Дима самый активный. Все спокойные сидят, ковыряются, а Дима бегает. Скачет, все интересно, да? Тебе понравилось, сына? Запивай. Компотиком запивай. Тебе понравилось, да, сына? Дима занимался. Ему прям эти кубики понравились. Там кубики по слогам. Там ла, ло, ли, лу, ла. Потом там в конце л. То есть она такая-то песенкой поется, поется, потом л. Да? На, но, ни, ну, н. Вот ты как берешь стакан-то. Прикольно так. Там чуть-чуть позанимаются, 5 минут, наверное. И отдыхать. 5 минут позанимаются и отдыхать. И так, наверное, 5 раз, может быть. Вот, и они там опять прыгают, бегают, да. И песенки поют, и танцуют они там. Да. Диме прям понравилось. У нас 2 дня. Да, 2 дня в неделю. Получается за 5100. Группа должна быть 6 человек, но пока только 3. Да? 3, скажи, даже лучше. Вот, единственное, коляску они просят, чтобы оставляли на улице, с замком привязывали, но я не хочу на улице. В следующий раз мы пойдем, наверное, на нашей новой коляске. Я попросила, можно ли все-таки внутри. Ну, вроде можно, ладно. Надеюсь, не выпинут. Вот. Да, зайка? Кушай, кушай. Ты ж так захотела эту шарлотку. Ой, какая она вкусная, да? Диме там очень понравилось. Все сидят, занимаются, а он бегает. То ему надо потрогать, это надо потрогать. Видимо, первый раз посмотрим, как будет второе занятие, потом последующие посмотрим, да, Дим? Да. Тебе понравилось. И запеканка какая вкусная. Не запеканка, а шарлотка, да? Обалденно вкусная, да? С яичками, с яблоком, да? Кушай. Дима уже кашу съел, большую тарелку. Котлету съел. И уже кусок шарлотки лопает. Сейчас он допьет свой чай. Да? Яблочный чай у тебя там. Типа морсика даже. И потом еще что Дима будет пить? Молоко! Вот это мужчина! Скажи, во как я ем! Скажи, я взрослый мужчина в обличии ребенка. Кушает как мужчина, да? Взрослый. Да? Вам с папой надо дать одинаковые тарелки, порции. Че? Мокро, да. Ты так хорошо пьешь, что у тебя мимо слюнявчик все летит. Да. Она самая. Скажи всем пока. С вами был канал Артмания. Дожидайтесь следующий. Следующий через несколько дней мы пойдем. Да.